Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы сегодня поговорим, как насытить своего персонажа и не бегать по домам, не искать еду, чтобы вы могли насладиться геймплеем, просто чтобы вас убивали или вы кого-то убивали, и вы не парились о том, что он вечно голодный и просит еду. Нам всего лишь нужно найти какую-то живность, взять с него немножко мяса, и скрафтить одну штучку. Для этого нам нужно сделать вертель. Для того, чтобы сделать вертель, нам понадобится 3 палки и каменный нож. Ну, любой нож. Делаем вертель с мясом. Нам понадобится 5 кусочков мяса, ну и вертель, который вы сделали. Я вам сейчас немножко расскажу про баланс калорий. Этот показатель влияет на насыщение вашего персонажа. Когда баланс калорий постоянно в плюсе, то ваш персонаж будет всегда сыт. Одного вертеля должно хватать примерно на 4 часа игры, чтобы вы не парились и не искали себе еду.